играешь в танки, подписывайся на мой канал Эндомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Эндомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре легкий танчик советский, 6 уровня, проходная прокачиваемая ветка МТ-25. Вот такой вот бутузик, странный танчик-пирожок. Вот, а смотрите, какие у него широкие гусеницы, наверное, проходимость по грунтам хорошая. Ну, сейчас будем разбираться, смотрите, сегодня полноценный гайд по этой машине. И предлагаю сразу уже, по сложившейся традиции, пойти поглядеть, так сказать, бронирование. А может, оно тут есть? Погнали. Итак, вот наш МТ-25. Смотрите, весь оранжево-красный. Блин, наверное, брони куча. Смотрим. НЛД у нас 46 приведенки, здесь у нас гусеницы висит, трак 58, ВЛД у нас 93 и доходит до 97, рикошет, внимание, да. То есть ВЛД у него крепкая, подбашенная рубка 49, над гусеничной полки 66, а основная бронеплита 43 башни, вот здесь вот у нас закругленное все это дело, да. Здесь у нас 41, маска орудия 90, 130, 156, вот маска крепкая. Боковое бронирование 40. То есть этому танку лучше не стрелять в ЛД и в маску. Что очень часто происходит, и этот танк реально очень часто что-то там не пробить, либо рикошетить. Так, давайте смотреть основные модули. По основным модулям у нас тут три пушки. Стоковая на 70 альфы, и нас, конечно, интересует топовая на 115 альфы на основном снаряде, 110 на голде, бронепробитие 125-156 соответственно. 4,5 секунды время заряжания орудия, 0,42 точность, и у нас 2,3 секунды время сведения, ДПМ 1500, что, ну, более-менее. Это все-таки ЛТ, это не про настрел, а может быть про настрел, не знаю, посмотрим. По рации однозначно топовую ставим, двигатель тоже и ходовую тоже. По той простой причине, что мы ЛТ, и эти три модуля на нас также очень важны. По полевой модернизации. А здесь надо ставить максимальный стак, а сколько на скорость смотрим. 66 вперед, максималка нам максима. Так, у нас 30 лошадей, кстати. 30 лошадей. Максимальной скорости. Слушайте. Ну, здесь, наверное, надо пробовать на том и на том. Но я поставил сначала настройку клапанов. Вот. Здесь в четвертом блоке от размера круга сведения. Это нафиг не надо. От времени заряжания. Потому что у нас часто бои в упор с ЛТшками. Поэтому время зарядки для нас более важно. Здесь максимальная скорость назад. От защиты экипажа от ранения. А назад мы сколько? 25 едем, да? Что вполне тоже неплохо, но, наверное, я бы здесь ничего не качал. Кстати, ничего бы не качал. Вот такая вот полевая модернизация. Так, что касаемо оборудования. Здесь есть два варианта сборки, по сути. Вот такая, как у меня, это просветленка, в основной слот, дающий дополнительный буст на обзор. Обязательно малошумочку. И обязательно турбиночку. А вот вместо турбины можно поставить вентилятор, к примеру. Это вторая сборка. То есть, по сути, все остается как есть, только вместо турбины можно ставить вентилятор. По снарядам у нас бронебойный, значит, 816 летит основной снаряд. Голда у нас под колу летит 1020, и это неплохо. По снаряжению стандартный комплект. Ремка, аптечка и огнетушитель автоматический, но поскольку, как всегда, я экипаж не переобучил, это у меня тестовый ЛТ десятка, да, на этот экипаж, я поставил доп пайк, чтобы хоть как-то перекрыть вот эти недостатки, хотя их тяжело даже доп пайком перекрыть. Вот экипаж у нас 5 членов экипажа: первым перком командиру, лампу, всем остальным ремонт, дальше качаете боевое братство вторым перком, ну и все дальше с третьего по таблице. Вот по УВН у нас самая плохая история среди многих ЛТ, и на 6-м и далее уровне это минус 5, что очень мешает настреливать качественно на этой машине. По ХП 660, и это неплохо, как для 6-го левела. 66 вперед, 25 назад, 30, 24 удельной мощности, и это с турбиной. Шикарно.
По незаметности 32%, но у меня не вкачан перк незаметности у ряда членов экипажа. Это командир, это у нас радист и даже заряжающий. Поэтому рассчитывать здесь можно где-то на 40% незаметности, если вкачать перк у всего экипажа. Обзор 395, у меня здесь штраф, по-моему, тут будет практически 430 метров, да, если у вас экипаж будет переобучен на эту тачку. По плюсу-минусу машины. А, танк, в принципе, небольшой, но какой-то вот он, мне кажется, высоковатый чуть-чуть. Чуть-чуть, хотя, может, это мне кажется. По подвижности плюс. Вот, по незаметности плюс. По пушке скорее минус, потому что она вроде неплохая и по КД, по время сведения, точность. Ну, конечно, не самая лучшая, но более-менее. А вот отсутствие УВН реально очень часто мешает этому танку настреливать, особенно на рельефных картах. Вот. По броне тоже плюс. Почему? Потому что в сравнении с другими ЛТшками на шестом уровне у нас есть места, которые не пробиваются. Это маска орудия и ВЛД. Поэтому плюс. Вот. Тачка, в принципе, интересна. Можно на ней покатать. Предлагаю уже отправляться в бой. Посмотрим, что она из себя представляет в современном рендере. Погнали. Погнали. Так, две ЛТхи попали к седьмым левелам. Эль-Халуф. У нас обзор легкого советского танка 6 уровня МТ-25. Сейчас поедем светить. Вопрос только, агрессивно или не агрессивно. В угол загонять себя сразу не хочется. У них может спуститься несколько танков и просто разорвут меня, да? Уверенный в себе отправился на встречу с этими лузерами. Александр Родионович Бородач. Есть первый свет. Интересно, а где хлопководы? Закусь. Начальника пришел. Не все так просто, ребят. Тихо, тихо. Отпусти от ниже плинтусы! Светим. 1400 насветили почти. Ты пес, а? Шпили вылез, на своем ахиллесе. Ешка, все тут. Так, ЛТшки у них попередохли. А, нас. Позовем на помощь. Ну, мы 1800 насветили, по сути, все необходимое в этом бою мы сделали.
Эх, ХП вообще нету. Фиг его узнает. Победы прям. Александр Родионович Бородач. Я не растерялся, я же охранник. Надо чутка отойти. Это Хелиас нам жизни не даст тут. Ешка его решила загрызть. И думаю, загрызет. Да, отлично. К ним аккуратненько. На чем приехал к нам? На оленя. Тут ко мне в гости пришел Игорек. Очень просто. Вот тут поломали. Крути динамо, понял? Гонит. Армян из Чебуречной. Ну чё, господа, 1800 на света есть. Васяйника пришёл. Я же охранник. Три рожка зарядил. Ря-та-та! Вили-вили, делать будем. Зачистили от землю! На! Ну все, победа. Нормально, сумма у нас... Сколько там? 2300 за свет плюс настрел. Пойдет. Против семерок еще бились. Ну, не халтешки затупили, конечно. Ну, что я хочу сказать. Подвижность есть, пушка нормальная. Единственное, долго кадешится. Заряжается орудие. В целом, нормальная машина. Так, ну, по урону мы заняли последнее место. Нет, не последнее. Но зато на свет у нас 1800. Вот так. Так, так, так. По опыту мы на почетном 5-м месте. Ладно, ребята, как по мне, обычная ЛТХ, там каких-то звезд неба не хватает. Какая-то даже броня есть, что-то мы там можем вытанковывать, как это не смешно, да? Хорошая подвижность, неплохая в целом незаметность, но вот по пушке есть вопросы в части УВН и в части скорости заряжания орудия. Вот. В остальном же обычная ЛТХ. Твердая четверка, играть можно, но прям чтобы со старших ВЛОВ слазить в песок и получать удовольствие на этой машине, ну, наверное, нет. Как-то вот так. Пишите свои комментарии, как вам МТ-25 в целом, вам, да, если он у вас в ангаре, какое вы используете оборудование. Может быть, вместо турбины ставить вентилятор. А мне вот на такой сборке он реально заходит. Даже с больным экипажем, не переобученным на этот танк. А если экипаж переобучить, да, на 100% или более, то тут все тактики, технические характеристики у него прям существенно вырастут. Существенно. Нифига себе, 420 метров обзор будет.
мама, не горюй, даже побольше. Да и незаметность тоже улучшится. Ладно. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, новых наших обзоров на нашем канале Индомита. Вот. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита. Вот. И обязательно прожимай колокольчик.